Всем привет! Это Осмий и новое видео на моем канале. Как многим из вас известно, на LightCloud вышло глобальное обновление. Давайте же посмотрим, как он изменился. Что же попалось мне на глаза? Это большое и качественное лобби, в котором можно быстро выбрать желаемый NPC. Или же просто прыгнуть в портал и оказаться на рандомном режиме. Каждый из режимов отныне поделен и на подрежимы. Теперь помимо монеток за игру на режимах, будет получаться опыт. По количеству опыта и рассчитывается уровень игрока. В зависимости от уровня, игрок будет получать доступ к различным игровым предметам и также возможностям. За каждый уровень предусмотрена награда, которую можно получить в личном профиле. Также в хабе находится топ игроков по уровню. Думаю, каждый и всем на зависть мечтает в него попасть. На всех мини-геймах доступны отдельные топы игроков по различным полям статистики. Убийства, победы и так далее. Присутствуют как постоянные, так и временные топы. Я вот никогда не был в топе, а вы? Около списка есть NPC с наградами, по заходам на сервер. В них могут входить монетки, опыт и даже кейсы с интересными косметическими предметами. Достаточно всего лишь заходить каждый день, и обязательно подряд, иначе все пойдет сначала. С каждым последующим днем награда будет все лучше и лучше. Что же меня удивило, это квесты. Они позволяют получать еще больше опыта и монет. И просто дают стимул побеждать. Каждый квест состоит из трех заданий. Думаю, вам будет по силу их выполнить. Если вы ленитесь долго играть, но хотите значительно пополнить баланс, можно купить бустеры за клауды или получить их бесплатно за достижение новых уровней. Эти фичи умножат количество зарабатываемых монет. На новом LightCloud также доступна система друзей. Можно играть на всех режимах вместе, так не скучно. Любой игрок может добавить друзья другого и наблюдать за его действиями. Как же это удобно! Это было все. Комментируйте видео и нажимайте на колокольчики. Это был Осмий. Всем пока-пока!